еще одна попытка сделать хорошую подачу штрафную. Вот этот навес уже должен был спровоцировать интерес партнеров. Еще одна подача, удар и гол! 1-0, Уфа выходит вперед на 18-й минуте. Все-таки вот эти фланговые навесы дали результат. Марсиньо бежит. Но Марсиньо, по сути, сейчас подбежал к скамейке Мордовии. И вот таким образом отпраздновал взятие ворот. 1-0. Уфа выходит вперед. Радуются поклонники команды, представители клуба. Посмотрим еще раз, как это было. Все началось, напомню вам, с углового. После этого мяч был перемещен на другую половину поля. Паурьевич сделал подачу. И Марсиньо, отнюдь не самый высокоростный футболист в составе Уфы, был оставлен один на линии вратарской. Посмотрите еще раз. Руслан Нахушев в нескольких метрах от него. Ну, в общем, похоже,